Не, хозяева выиграли 2-1, хочется их поздравить с победой. Я удовлетворен игрой своей команды, не хватило мастерства в завершающей стадии атаки. Судья испортил игру, потому что, ну, я считаю, что команда соперника не то что не переиграла, вообще сложности никаких нам не доставляла. Пенальти придуманные абсолютно. Два игрока вынуждены замены, у нас две травмы. И я буду просить руководство писать какие-нибудь там жалобы, я не знаю уже, что-то надо делать. Потому что можно молчать, сидеть, говорить, что у нас все хорошо. Но это клоунада. Мы заканчивали прошлый сезон, когда нам перечеркнул арбитр работу годовую пенальти в решающем матче, кто попадает в переходные игры. И начинаем с этого же этот сезон. У нас Дорожкин убегает один на один, его ломают, откровенно ломают боковая связка. Завтра будет МРТ, уровень, там степень повреждения будет определена. Там не то, что желтый не дают, там просто дают играть. Трусевича вынужденная замена, сзади прыгают ногой. Прямой, никаких ни нарушений, ни действий, ничего. Я хотел бы сказать, что мы, конечно, будем работать. Нам очень нужно добавлять в атаке. К сожалению, мы не смогли разнообразить именно составом, людьми. Поэтому вынуждены даже защитника выпускать в линию атаки по ходу матча. Но качество должно соответствовать. Но то, что происходит, это иначе как клоунадой не назовешь. Когда черное называется черным, а белое белым, и нас как быдло, как я не знаю даже, как скот заталкивают и говорят, нет, это так. Там был момент, я вышел из технической зоны, когда Скворцова сзади по ногам ударили. Видели все, кроме арбитра. И дают быструю атаку в наши ворота. Так резервный подходит и меня руками запихивает обратно. Да, я нарушил правила, оштрафуйте меня, я вышел из технической зоны. Но меня никто трогать не может во время матча. И люди закрывают на это глаза. Все, мои эмоции такие, я желаю вам удачи, потому что все остальное будет дальше.